Более 40 мужчин решили испытать свои силы на ринге. Традиционный турнир по боксу среди любителей «Осенний ринг» собрал 22 пары. Один из участников – гость Соликамского округа Антон Антипин из Перми. Давно хотел сменить немножко направление, так сказать, разбавить свою сферу деятельности, так занимаясь кроссфитом, функциональным многоборьем, пауэрлифтингом, и решил попытать себя на этом поприще. Я считаю, полностью готов, по крайней мере, точно сейчас я так ощущаю себя. Проигрывать не страшно, страшно не попытаться. Готовность Антона Антипина оценили и судьи турнира. Несмотря на полугодовалый стаж, спортсмен показал точные удары и владение техникой в ринге. Единогласным решением судей боец стал победителем поединка. Если пермяк на ринге не частый гость, то вот соликамец Артур Морозов пришел к любителям бокса из тайского направления, где он был кандидатом в мастера спорта. На самом деле бокс, наверное, сложнее, так как там только одни руки. А в тайском боксе можно подстраховаться под ноги, локти или колени. То есть ты пришел заниматься для себя? Да, для себя. Почему тогда решил принять участие в сегодняшнем турнире? Ну, хотел вернуться на соревнования, хотел ощутить эту атмосферу снова. Отметим, турнир по любителям отличается регламентом. Каждая пара проводит на ринге 3 раунда по 2 минуты. Так Артур успешно продержался установленное время, демонстрируя полученные знания на тренировках. Однако победу одержал противник. Но, как с нами поделился мнением президент Лиги любителей бокса Александр Старков, проигравших в этот день нет. У нас проигравших нет. В ринг вышел, ты уже победитель. То есть ты преодолел себя. Осенний ринг, он проходит традиционно в городе Перми, но впервые мы его решили провести в городе Соликамск. То есть потому что здесь бокс пользуется популярностью. Проведение турнира на Соликамской земле – важное событие для спортивной жизни округа, говорит Виталий Шишалов. Бокс – это олимпийский вид спорта, бокс – это интеллектуальный вид спорта. Мы надеемся, что данное мероприятие такого масштаба и такого формата, оно у нас будет не последний раз. Благо, у нас есть и территория, и, соответственно, и очень большие боксерские традиции. Начать заниматься спортом никогда не поздно, уверенно заявляют все участники осеннего ринга. Если же и вас заинтересовали занятия боксом, узнавайте все о тренировках в фитнес-центре, а также в спорткомитете города. Необходимая информация на ваших экранах. Евгения Константинова, Михаил Морошкин, телекомпания «Соль ТВ».